що ми, браття, козацького роду. Laužais uliepsnos nuo Kanados iki Europos. Mes sveikinam Ukrainą su 23-uoju gimtadieniu. Kraujuojančią Ukrainą, kovojančią Ukrainą. Lietuva kaip niekas kitas supranta. Slava Ukrainiai! Slava Ukrainiai! Slava Ukrainiai! Rugpjūčio 24-oji. Ukrainos nepriklausomybės diena. Šalis iš tikrųjų kovoja. Lietuva vienijasi su visom motinom, kurios laidoja savo sūnus, su visom šeimom, kurios patiria netektis, ir Lietuva iš viso širdies meldžiasi už Ukrainos sėkmę. Taigi laužas jau liepsnoja. Pasveikinkim Ukrainą. Valio! 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 Ukraina bus laisva. Ruslana, mikrofon vaš. It's very difficult to sing at this moment. Because I understand how many problems in Ukraine about Russia's aggression, Russia's weapons, Russia's rockets, Russian soldiers. Putin! Вы просто не видели, сколько слез сейчас у матерей, у кого убили единственного сына. Вы не видели, сколько людей плачет сегодня в Украине. Какая это боль. Сколько сегодня украинцев страдает просто ни за что. Сколько нужно, чтобы убили украинцев, чтобы Европа и мир остановили Путина. Сколько нужно, чтобы погибло людей. За что убивают Украину? Фу, вот. За что убивают весь мир? Я очень прошу вас, будьте с Украиной. Нам необходима ваша поддержка. Я очень благодарна президенту Литвы за поздравления на украинском языке. Это был большой поступок солидарности и единства. И я благодарна, что вы сегодня пришли на эту площадь. Это тоже поступок единства и солидарности с Украиной. Я благодарна за этот огонь, который я отвезу в Украину. И поверьте, вместе со всеми странами, которые сегодня понимают, что происходит, мы остановим зло и тьму навсегда. Я хочу только, чтобы 30 секунд мы с вами помолчали в память погибшим. Сегодня в Украине тоже тысячи. И в память консулу Литвы, которого убили террористы в Луганске. Давайте 30 секунд просто помолчим.